Давай, хорошего дня, бай. Счастливо. Я не хочу бояться. Я не хочу сидеть и зажимать себя только для того, чтобы прожить еще пару. Кулам баим, бетамид ачома, сикурим, бекользу. Это в моем случае. Вот скажите, вы знали об этой выставке или вы случайно? Нет, я случайно по телефону узнал. А, по телефону? Ну, в смысле, прочитал в Фейсбуке. И вы решили, что есть необходимость прийти сюда? Мне очень хотелось прийти, посмотреть. Почему? Потому что я не согласен с тем, как освещают израильские СМИ все эти вопросы. То есть вам не нравится, как освещают? Вы какие СМИ Они смотрят про-украинские? На иврите, на русском? Нет, я читаю просто в интернете эти. Русские порталы? Русские порталы, украинские порталы. Да. И вы считаете, что они предвзято преподают информацию? Вот такие фотографии вы там видели? Нет. Таких фотографий вы не видели? Я видел аналогичные фотографии. Но они, в общем, за Единую Украину, да, наши израильские? Наши, да, да. 9-й канал я смотрел, он... Он очень такой проукраинский, я бы сказал. Что вы думаете о том, что вы здесь видите? Ну что, это ужас, конечно. Это все, что я видел в «Одноклассниках». Это ужасно. Это ужасно. Еще хотите что-нибудь сказать от себя, добавить? Хотелось бы, чтобы там уже все утихомирилось, потому что столько людей погибло, что уже, наверное, хватит. Я так думаю. Надо прекратить это. Да, нам тоже бы очень хотелось, чтобы это прекратилось. Так, здравствуйте, скажите, вот вы увидели эти фотографии, эту выставку, что вы про это думаете? Я думаю, я тоже с этой области, с Донецка. Я думаю, что это фашисты натурально. Вы из Донецка, вы давно оттуда? Давно уже, 12 лет. 12 лет? Никто не думал, что вы в курсе того, что происходит там? Вы следите за этим? Ну, обязательно. Как вы считаете, как это представляется в прессе израильской, еврейской, русской? Я считаю, неправильно. Неправильно? Они нам врут? Просто нагло врут, да? По-другому, может быть, нельзя, я не знаю. А вы какие примеры вы можете привести уже по поводу... Ну, вот видите, вот, как это можно? Как можно вообще реагировать? Вы такие картинки видели в израильской прессе? В израильской? Да. Не, в израильской не показывают. 9-й канал вы смотрите? Я смотрю. Что вы думаете о том, что они показывают? Ну, они... Может быть, нельзя показывать все. Не, они же якобы объективная пресса. Что вы думаете по поводу? 9-й канал показывает, что вы говорите. Показывает, надо просто смотреть, открывать глаза, когда смотрите. А вы русские сайты, русскоязычные сайты в Израиле читаете? Я смотрю... Только телевизор, да? Да, телевизор. И в телевизоре ничего такого нет? Почему нет? На русских каналах. На русских есть. На русских есть, а на украинских? 10-й канал показывает. Все каналы показывают, просто только открывать надо глаза, когда вы смотрите. Да, все показывает. Повторите, что вы сказали? За что боролись, на то напоролись. В смысле, что скакали на Майдане, это получили? Нет. Только не надо этого. Не, я спрашиваю, я понять, еще раз объясняю. Я еще раз объясняю. Все страны, которые воевали, только выражали свое нежелание быть с Россией, оказывались в этой ситуации. И все страны, которые еще будут, они тоже окажутся в этой ситуации. Россия в жизни не допустит, чтобы кто-то думал своей головой. Все должны, Украина, Белоруссия, все должны быть думать своей головой. Окей. Вот. Она не дает.
Кто не дает? А? Кто не дает? Вот пример тебе. Чечня хотела быть свободной республикой. А вы знаете, с чего все началось? А? Вы знаете, с чего все началось? Я знаю. А куда делись все русские Чечни, которые там жили? Куда делись все русские Чечни, которые там жили до начала боевых действий в Чечне? А, ну... Не, все русские Чечни, которые жили, граждане, русскоязычные граждане Чечни, что с ними случилось? Вы знаете, что там погибло 35 тысяч русских? А сколько, погибло чеченцев? Там было убито в Чечне. А почти, а сколько погибло чеченцев? А сколько было, как, ну... А? Я не знаю. Я согласен. А ты знаешь, сколько чеченцев но погибло? Но сначала чеченцы убили 35 тысяч русских, вам это не интересно. Не, это тоже интересно. А, ну это не тоже так интересно. Но дело в том, что там было не за чеченцев и не за русских, а вся была проблема за нефть. Вот. Да, только да, нефть. Да. Вот. Вы знали о выставке или вы случайно здесь оказались? Не, случайно, я случайно оказался. И конечно. Что вы думаете о том, что вы здесь видите? Это же жутко, это хунта пришла, это к власти в Украине. Вот последствия ее. Нет, чтобы людям дать. Вы смотрите СМИ израильские? Все вы смотрю. Вы видели такие вот не. Картинки? На израильских не показывают такое. Они же проамериканские. Как вы думаете, почему? Проамериканские СМИ. Ну что вы? Такое, такое не показывают. Все политики. А какие СМИ израильские вы читаете, смотрите? Ну, все Израиль-Инфо, 7.40 читаю. 9 канал смотрю. Нет, им, они вообще освещают эту тему или они освещают, но освещают предвзято? Они освещают проамериканские. Чего вы хотите? Как союзники. Вы думаете, почему? Ну потому что они союзники американцы, чего вы хотите? И будет однобоко освещать. Бесполезно. Вам не кажется это странным? Нет, не странно это. Не в стране, где миллион русскоязычных, вдруг антирусские настроения в СМИ и вообще? Нет, это политика. Вы считаете, что это просто деньги, да? Ну, тоже деньги. Америка друг и все, чего вы хотите. Бесполезно. Она так и будет освещаться. Понятно. Как вас зовут? Просто Геннадий. А? Геннадий. А вы сами откуда? Вы... Что-то. А приехали? С России я привез, с Дальнего Востока. Большое вам спасибо за ваше мнение. Что обидно, что у меня жена работает. А, не нет. Верьте ничего, это бандит. А кому можно верить? Вы скажите ваше никому мнение. Никому верить. В войне нельзя верить никому. Украинским... Где начинается война, там кончается... Украинским новостным агентством можно верить? Израильским? Израильским, да. Израильским, да. Вы кого какие смотрите? А? Вы какие израильские каналы, новости? Никаких. Никаких? Мне не верить. Минимум, послушайте, мы здесь собрались не для того, чтобы решать какие-то политические вопросы. Нет, но вы же принимаете сторону кого-то. Нет, давайте так, смотрите, мы ничью сторону не принимаем. Если бы вы родились в Украине, в данный момент мы просто солидарны со смертью мирных жителей на Донбассе. Не в правительстве. Правильно. Подождите. Показывают смерть детей. Хорошо, вы имеете какое-то отношение к Украинской республике? Я имею отношение, потому что я не... Хорошо, давайте начнем с того, что российская сторона всегда говорит о том, что украинцы едят людей, детей в частности, это откусывают ноги. Хорошо, фотографии. Хорошо, у меня у друга ДНРовцы тупо отняли машину. Вот человек ехал на работу, они пришли и говорят, сейчас мы тебя завалим. И забрали машину. Это называется в чистом виде грабежом. Второй вопрос. Вы говорите о том, что на сегодняшний день российская... Давайте не будем забывать одно, что как минимум война происходит не в Киеве, ребята, и не в Одессе, а на Донбассе. Ты-то на Донбассе жил? Если к вам придут домой, вы будете себя защищать, свой дом? Я буду себя защищать, свой дом. Давайте на этой точке остановимся. Мы в данный момент говорим совершенно не о политических вещах, а о том, что там гибнут мирные люди, младенцы, бабушки, дедушки. Да ладно, это хорошо говорить о младенцах. Я не видел, но у меня есть там знакомые, друзья, с кем мы на связи, которые нам говорят, да, хорошо, а вы в курсе, что от этого оружия, которое поступает, буки, от иглы, от калашников, которые россияне башляют, да, я в Мариуполе, понимаешь? Вы мариупольский. Да, я мариупольский, я показать украинские документы. А вы видели, как бы, толпы там танков, которые бегают через границу? А я видел луганских миллионеров, которые на пляже сидят.
ребята курят, которые уехали, и никто не хочет защищать ни одну, ни вторую сторону. Вы только что сказали, что там Россия поставляет оружие. Вы видели это? То есть, как я вам расскажу, пять моих знакомых воюют на стороне ДНР. У меня есть информация, кто кому чего дает и кто как рассчитывается. Я не буду это рассказывать. Зачем? Уполномоченное лицо. Смотрите, мы пришли, поругались, убежали. Меня напрягает сторона другая. Когда начинают рассказывать, давайте пожалеем деток. А чего вы не пожалеете деток африканских, в частности? Я готов подписаться за это. А, вас интересует только там, где пошляют. Сказать вам почему? А он не хочет ответы слушать. Какой ответ? Нет, вы, гражданка России. Тихо. Нет, дайте я отвечу. Расскажите. Я хочу ответить вам. У меня есть ответ на ваш вопрос. Это все профанация. В любой войне погибают люди, в любой войне. Но в данном случае ДНРовцы, никто не пришел с флажками. Я понимаю, если бы вышли, бы вы сказали, да, украинская фунта расстреляла вам минуту. Он не в агрессии, абсолютно агрессия. Вы понимаете, что есть правила ведения войны элементарно. Здесь видны элементы неофашистских каких-то неофашистского поведения. Конечно, неофашистского. В чем заключается нео и в чем заключается фашизм? Я не понимаю одну вещь. Ладно, ты мне сказал. Партии украинские, которые поддерживают и говорят те же лозунги, которые говорили в 40-х годах. Хорошо, я тебе расскажу. А русский фронт это не фашистская организация. А при чем тут они? Мы сейчас говорим о Украине. Украина убиралась. Украина понад усе. Это что? Это с вами, ребята, все понятно, Я узнал о этой выставке, меня пригласил мой товарищ, с которым мы занимаемся здесь в КВН в Израиле. Я сам выходец из Херсона, моя семья живет в Херсоне. И вы почувствовали необходимость посетить эту выставку? Естественно. Да? Я хочу сказать, это, естественно, очень трагично и печально то, что сейчас происходит на Украине. Потому что когда народ воюет со своим народом, это очень печально. Вот. Но я могу сказать, что в этом виновато правительство нынешнее Украины. В связи с тем, что они как бы загоняют в угол русскоязычное население, которое находится на востоке, на юге. Вот Восток решил сказать, что они не хотят быть под этим гнетом украинской власти. И решили защищать свой край. Хоть на них говорят сепаратисты, ополченцы, плохие люди и так далее. А что вы думаете, когда вот вы смотрели на эти фотографии, какие чувства они у вас вызывали? Чувство скорби, чувство печали, чувство расстройства, то, что это ужас, это глобально-тотальный ужас, который происходит сейчас на родной мне земле, на которой я прожил 20 лет и до сих пор являюсь там же гражданином. Я и там, и здесь гражданин. Вот. И то, что у меня семья до сих пор там, я за нее беспокоюсь, чтобы это было. Плюс то, что я взволнован, то, что нынешнее руководство Украины героев УПА хочет приравнять к ветеранам войны. У меня 3 деда героя войны. Вот что я могу сказать. Что вы смотрите израильскую прессу, израильское телевидение, новостные сайты. Что вы думаете о том, что вы там видите, если вы смотрите? Я смотрю то, что как бы они поддерживают американскую политику. Они как бы танцуют от американских властей. Израиль всегда был как бы под американским гнетом. Вы считаете это нормально или? Я считаю, что это ненормально. Но смотрите, Израиль от этого тоже страдает, когда происходит конфликт в Палестине. И также обвиняют Израиль в таком же в терроре к палестинско-арабскому народу. За это они, как говорится, тоже страдают. Что бы вы хотели сказать, во-первых, тем израильским зрителям, которые увидят этот ролик на YouTube, ваше обращение, и тем российским гражданам, которые, может быть, это тоже увидят? У вас, может быть, отдельные послания будут для каждой аудитории или что-то вместе? Я могу сказать одно, то, что все-таки
Юго-восток Украины – это русское население, российское. Если можно даже сказать, я скажу такую немножко историю, что я как бы… У меня отец еврей, а мама русская. И вот у меня мои предки, они купцы, они строили Херсон, они влаживали деньги. И приехали они с Москвы. И много поприезжало туда, на юг страны, с России. Нельзя заставить людей изменить свою культуру и речь, поскольку все хотят разговаривать на русском языке. Я даже учился, когда в школе, я был освобожден от украинского языка. Вот. И я скажу одно, что я поддерживаю политику Владимира Путина. Я хочу, чтобы Херсон, Юго-Восток, Одесса, они были под Россией. Там будет все-таки лучше. В Крыму... А если они получат независимость? Не под Россией, не под Украиной, самостоятельно? И даже пусть будут иметь независимость, но не зависеть от этой хунты, которая сейчас, вот этот бардак, который главное, находится... чтобы они были независимы. Да, дальше они определятся, с кем они хотят быть. Вопрос в том, чтобы они не были под этой хунтой, под вот этим ужасным, извращенным правительством, которое находится сейчас в Киеве, которое сами не могут разобраться, что они хотят от себя, сами не могут разобраться от своей жизни, от своей политики. Это получается как в 17 году, то белые заходят, то красные, и каждый диктует свою постанову. Все-таки, как они не гнали на Януковича, но при Януковиче была отложена шикарная банковская система на Украине, стабильный доллар, рабочие места и благополучие страны шло в плюс. Сейчас то, что имеет Украина, крах, ужас, смерти и полную разруху. Еще то, раз. Что они отстояли на Майдане, они отстояли ад себе. Еще раз под конец. Как вас зовут? Меня зовут Ростислав. Вы профессиональный квенщик. Да. Израильский. Очень приятно. Мы были рады услышать ваше мнение. Я надеюсь, что наши зрители моего канала тоже. Большое спасибо.